Так, ребята, сейчас покажу, как я, когда спорадик идет, мониторю диапазон, все-таки очень интересно, и на разных диапазонах может вылезти интересная станция. Соответственно, начинаем там 27 мегагерц, это нижняя частота, 27. Смотрим, да? Сейчас спорадик. Ну, в общем, 27 понятно, да? Также у меня мониторится 43 low band. Стоит на сканере. Ну, в смысле, на скан. Недавно немцы вылазили. Дальше идет вот FM диапазон. That's how you understand the function of the nervous system. Okay? And in order to understand how the nervous system function, we need to understand, we need to perform certain studies that help us to understand the function of the nervous system. Either in a laboratory. Так. Дальше ЧМ идет. Мониторим ЧМ. Двойка. И вот SSB. Тоже двойка. Работает тут SW, но скорее всего наши. И вот так вот я сижу и жду, когда вылетит какой-нибудь сигнал интересный. Так, ну это для тех, кто, может быть, недавно смотрит мой канал. Покажу еще антенны, на какие я принимаю. Так, вот у меня это FM-диапазон, 3 квадрата. Смотрим дальше. Вот эта швабра, это в SSB сейчас работает, 6 элементов. Обзорная, это на двойку, ЧМ. И вот это растянутая, господи, забыл, это ромб. Это один ромб, и на нем же еще смонтирована вертикальная, вертикально на 43 МГц антенна. Вот это сейчас все принимает эфир. Вот, и поэтому сижу я и мониторю диапазоны.